Сегодня, 26 апреля, стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». У каждого жителя есть возможность выбрать, какую территорию в своем городе он бы хотел видеть благоустроенной. До 30 мая отдать свой голос может каждый гражданин, достигший 14-летнего возраста. В Ленинском городском округе на суд жителей представлено 4 объекта. Набережная Мало-Торчевского пруда, бульвар Завидной аллеи, сквер 50-летия города Видное и сквер 80-летия Ленинского муниципального района. Ну, с подробной информацией по данным общественным территориям и планируемым мероприятиям, в случае, если они станут победителями рейтингового голосования, можно ознакомиться на этом сайте загородсреда.ру. Голосование проходит в онлайн-формате. За общественные места Ленинского округа голосовать могут только зарегистрированные на территории муниципалитета жители. К благоустройству объекта победителя приступят в 2022 году.